в Турцию со сладостями. Все хорошо. Можно сразу кофеек выпить и перекусить. Хорошо? Так. Вообще, на подарочки можно красивые сувениры. Вадим, два чая. Недорого, на самом деле. Хотя на Лиговке у нас есть такой же магазин, но, по-моему, здесь все-таки выбор больше. Обыкновенный маленький магазинчик. А это знаменитое чурчхело, но по-турецки. А это для детей маленькое. Ну, тут все вкусно. Слипнется все, даже то, что и не слипалось. Там еще можно спуститься. Подвал, похоже. Но это виды соков и чаев. Эту штуку разбавляешь с водой, пьешь, радуешься. Но я еще не экспериментировал, поэтому не знаю, что получится на выходе. Но вот это разновидности чаев. В Турции с чаями очень там все хорошо. Что $8 это? Там какая-то приправа. О, так это вкусно. Просто любую ерунду готовишь, сыпишь эту штуку, и можно есть и кормить гостей. А это чай. Чай. Ну, это стаканчики. Ужас. Приправы. Восток. Дело тонкое. Вот обыкновенный маленький магазин. Если вам не нравятся французские духи, есть арабские, турецкие, бахрейнские. Причем запах у них может быть даже лучше, чем у фирменных французских, а цена в 3 раза дешевле. Вот такой он европейский восток. Крема. $12. Да, долларов.